Поставки топлива в Магадан, работа комбината зеленого хозяйства и ГЛУДа в условиях выпавшего в областном центре снега в объеме двухмесячной нормы. Эти темы обсудили на совещании в режиме ВКС с руководителями коммунальных служб в городской администрации. Заседание провел заместитель мэра Магадана Александр Малашевский. Для расчистки дорог задействовали 37 единиц техники – снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры, бульдозеры. На уборку и вывоз снега также направлены основные силы КЗХ. Главная задача – лестницы и выходы на пешеходные переходы. Также снег убирают на автобусных остановках в местах, недоступных для механизированной очистки. В настоящее время обеспечены подъезды ко всем пищеблокам и контейнерным площадкам школ и детских садов Магадана. Также горсвет сегодня направлял технику для монтажа новогодних елок.